и так Оля сейчас... рассказывала, что когда они приехали, дочке ей было 10 лет, дочка у нее по-английски не разговаривала. В каждой школе есть такая программа ESL, English Second Language, то есть это вот как раз латино, испано, все иммигранты, у которых английский очень слабый. Им школа должна найти бесплатно преподавателя, который сидит на каждом предмете рядом с ребенком. Один учитель около доски стоит, объясняет тему, а второй учитель рядом сидит с ребеночком и объясняет уже. Понятно, что объясняет на английском языке. Но пытается как-то пытается, более на простом языке. Да, по-всякому, по-разному пытается объяснить, чтобы ребенок это понял. Это учитель называется этот English Learning Teacher, да. Элтин называется так учитель, он каждый год еще должен подтверждать свою аккредитацию, сертифицироваться. То, что он может преподавать вот так вот иностранцам. И еще один бонус, какой есть во Флориде, то, что какая-то страховая компания, не знаю, какая, не страховая компания, лотерея, какая-то компания, которая лотерею здесь продает, у нее прибыль бешеная. А, ну там же отчисления идут, да. И поэтому они делают отчисления, чтобы все школьники Флориды абсолютно бесплатно питались в школах. Угу. И сколько раз денег кормят? 3 или 2 раза в день, там в зависимости от класса. Что идет на еду? Ты только что рассказывала. Это как Володя мне рассказывал, что 3 салата на выбор, 3 горячих на выбор и 3 напитка на выбор. Но из горячих, там, конечно, на горячих такое по-американски. Либо хот-дог, либо гамбургер, либо еще какой-то там фастфуд. Mm-hmm. А салаты обычные, нормальные овощные салаты. Попить тоже либо чай, либо компот, либо сок. Mm-hmm. Ну, то есть твой ребенок не останется голодным, мало ли там... Да. То есть здесь все дети, которые мигранты приезжают, идут в обычную школу, не в private school, а в обычную школу. Они все могут абсолютно бесплатно учиться, бесплатно питаться и еще как бесплатный репетитор, который будет все сидеть. Определенные школы здесь продлены? Не знаю. Я слышала, вроде бы есть. Так, у Аллы Тони, когда ходил в прескул, ему на субботу и воскресенье давали целый пакет еды. То есть там и печеньки всякие, какие-то конфетки, целые. Она говорит, мы это не съедаем даже вдвоем. То есть, и мало того, чтобы там кормили каждый день, то есть к этому на субботу и воскресенье ну, как вот, давали им. А прескул платный или бесплатно? Бесплатно. И тоже не платили они? Ничего не платили. Ну, потому что тоже в Джексонвилле это тоже Флорида. Нет, просто прескул, они бесплатные, все они бесплатные. Классно. Там вообще нечего. Спасибочки большое. Света еще одну Америку открыла, вот так вот. Спасибо.